собирались выйти с первых минут, показать свой хоккей. То есть обговаривали все в команде, то, что нужен хороший старт, должны играть все 60 минут. Большую ставку на первый период делали, в итоге вышли, пропустили 2 гола. Отыграли один, вроде все, вернулись в игру, ну, никто не унывал, ничего. Пропустили третий, и, ну, как бы, и отыгрываться приходится уже. Провалили старт, и это как бы и сделало результат. Выходили с полной уверенностью, что проведем первый период на высоком уровне, но вот эти быстрые голы, то есть это все на нас. It's not good enough by us, not a good enough start. You know, you look in the third period, we could be such a good team, and if we play like that the whole game, it's a different result tonight. So we have to, you know, we have to take that and learn from it. And next game we have to come out right from the first shift and get off to a good start. Закрыли в зоне, по-моему, Динамо Ригу, и шайба отскочила к Грексу. Он отдал мне пас. Я поднял голову, посмотрел то, что на линии броска игрок. Сделал небольшую паузу, он как раз проехал, ну и бросил просто, попал случайно. Всегда, когда забиваешь первый гол, хочется, чтобы это была победа. Тут не получилось, да и, то есть, недовольны мы своей игрой. Нужно, тем более, Ригу мы обязаны были обыгрывать. То есть, ну, договаривались играть с первых минут и до конца. В итоге все равно не можем играть, ну то есть какую-то часть мы провалим, в каждой игре отдаем по соперник по 2 легких гола и потом отыгрываемся. You know, it's just the whole start, I think, you know, the face-off penalty, you know, not that it was Shorzy's fault, maybe a little bit of a weak call, and you know, they score on the power play early, kind of shifts the momentum, but, you know, we have to do a better job at responding to that, and getting the momentum back and controlling the play. Да, конечно, было слышно болельщиков. Большое спасибо им за то, что они нас поддерживают. Сегодня, увы, не получилось их порадовать, но в следующей игре мы будем стараться исправиться. Yeah, yeah, it was awesome to see, you know, the dedicated fans that travel to support us on the road. It's amazing, and you know, I think we have the best fans in the league. It's incredible to see in our home arena, and when you see them on the road, it's even better. So I know we all thank them for coming out and supporting us. Нужно сыграть полностью 60 минут, выполнить тренерскую установку без всяких лишних потерь, просто сыграть просто по тренерскому заданию, и все будет хорошо. Well, they're a good team and they're playing well, so we have to be ready. Definitely, we can't come out slow like we did tonight. It's a really good team, and just have to play a lot better in the first period.